В России День Святой Троицы, один из 12 главных церковных праздников, всегда любили. Его отличала какая-то особая атмосфера. Может, из-за сложившейся традиции украшать на праздник храмы, полу стилают свежескошенной травой, между иконами ставят цветы. Верующие приходят с ветками березы в руках, а священники облачаются в зеленые одежды. В Никольском храме поселка Володарского, который в этом году отмечает еще и свое 375-летие, на Троицын день устроили музыкальный фестиваль. Верующий человек – это человек, который любит радоваться, который видит Бога в каждом предмете жизни, в каждом дуновении ветром. Когда солнце светит, значит, мы видим и здесь тепло Божие, любви. И вот сегодняшние песнопения, они прежде всего восхваляют Бога. Коллектив «Мои волны», где музыканты удачно миксуют баян, виолончели, укулеле и гитару. Рок-группа «The Raindrops» и фольклорный ансамбль «Млада» задали фестивалю высокую планку. Исполнительницы порадовали зрителей как старинными русскими песнями акапелла, так и современными, но в своей фолк-аранжировке. По словам руководителя коллектива Алины Лукьяновой, выступать на территории Никольского храма невероятно волнительно. Когда выступаешь под кровом нашего собора, мало того, что это наша родина, скажем так, да, вот, и это, конечно, очень такое чувство, очень нежное. Мы как можем вот всю любовь дарим празднику, людям. И прихожане также отвечали артистам любовью. Аплодисменты не смолкали, царила атмосфера радости и единения. Приятно такое вот все видеть, люди, настроение, такие песни, что еще все у нас есть живое и такое замечательное, как вот этот фестиваль. Приятно, но живая музыка. День рождения церкви, конечно, мы пришли на этот концерт с хорошим настроением, мы слушаем внимательно все выступления, там очень радостно. Здесь такая атмосфера в храме, что погода способствует и очень хорошее настроение. Фестиваль планируется проводить на регулярной основе и сделать его еще одной традицией празднования Троицы в Никольском храме. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.